Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор посылочки из интернет-магазина «Любимый Василек». Вот такой вот большой пакетик счастья. Итак, давайте распечатывать. Внутри еще один пакет, который мы тоже сейчас вместе с вами откроем. Все-таки хочется начать с костюмов, с безумно крутых костюмов. На этот раз я взяла мужу. Опять новинки крутые. Смотрите, какая расцветка обалденная. Это брюки, штаны. Они продаются по отдельности. Толстовка мужская стрит латте тай-дай. Это серия тай-дай. И брюки мужские Аляска латте тай-дай. Значит, толстовка называется стрит, брюки Аляска. Все в 54-м размере. Костюмный, шикарнейший. Просто в Инстаграм, когда я увидела, я поняла, что нам обязательно такое надо. И расцветка такая. Вот я себе такого цвета хочу. Стены, девчонки. Акцентные. Не все. Так. Сейчас счет фактуру найду. Нашла. Толстовка 1677, брюки 1366. Но эти костюмы, девчонки, они стоят каждой своей копейки. Так, давайте начнем с толстовки. Я хочу этот костюм примерить тоже. Я его обязательно примерю. Примерим на мужа потом. Но мне хочется. Он безумно теплый. Что-то я вас зашатала. То есть это футер, это начес, это вообще, это огонь. А какой цвет? Толстовка на молнии и с вот такими карманами. Капюшон, белая ленточка. Узелочки надо завязать сразу, чтобы научилась у Аленки Ризван, чтобы, когда мы ее будем мерить, они туда не улетели у нас, веревочки. Она, может быть, и вообще не нужна, мы посмотрим. Я почти из всех костюмов эти веревочки достаю. Но, тем не менее, пусть пока будут узелки. Вот такая вот она крутая. Внизу резинка, на рукавах резинка. Кармашки большие, глубокие, тепленькая. Ну, супер же. Молния классная. Смотрите, какой начес. Очень тепленькая. Вообще супер. Так, и брючки. Я себе такой костюм. Василек, выпустите такие женские тоже костюмы. Такой расцветки. Потому что, ну, безумно круто. Вот брючки, резинка прострочена, все отлично. Здесь тоже веревочки, которые мы тоже с вами сейчас завяжем, иначе могут улететь. Так, завязали. Вот, кармашки есть, есть, глубокие, телефон большой влезет. И внизу здесь уже вот такая вот резиночка, видите? Тоже начес, потрясающе. Бренд Василек. Интересно, а материал, это футер трехнитка, да, с начесом даже, ну, то есть, не просто футер трехнитка, у меня есть костюм из трехнитки, а еще и с начесом, состав 65% хлопок, 35% полиэстер, 40 градусов, ручная стирка. Да, вы помните, я постирала костюм в машинке, он покрылся катышками, поэтому, в принципе, в машинке я потом стирала и Ксюшин костюм, и этот свой, катышков не появлялось. Просто выбираем либо режим шерсть, либо в мешочек и деликатную стирку. Вот такой вот классный костюм. Обязательно померяем. Дальше заказала вот такую подушку. Это у нас размер 40 на 60. Не везде их можно найти, к сожалению. Я люблю... Вот это мой размер на таких спать. 40 на 60. Я люблю маленькую. Я люблю такую не сильно плотную, не сильно толстую. Сплю на животе. У меня одна рука под подушкой и голова на подушке. Мне вот так вот очень нравится. Я люблю вот такие маленькие подушки. Это у нас Nana Fiber. Она совсем бюджетная, девчонки. Так, импортный полиэстер, 100% чехол, наполнитель, полое волокно, Навалон, полифайбер. Вот так. Открываем. Так. Ага, вот как открывается. Интересный какой замок у пакетика. И вот она, собственно говоря, подушка. Красивая. Конечно же, у меня к ней есть наволочки, вы уже видели. И я заказала еще под наше постельное белье. По ценам вас не сориентировала. Так, подушка. 244 рубля. Ну, я говорю, вообще копейки. Причем она плотненькая, девчонки. Она прям не хухры-мухры. Она такая вот прям возвращается в исходную форму. Слушайте, классненькая. Вообще мне нравится. Так, и наволочка у меня. Орион серый тип 2. 68 рублей, девчонки. Все удовольствие. Размер 40 на 60. Под эту подушку. У нас есть постельное белье звезды, у нас есть серые звезды и темные, тоже из Василька, я вам все показывала, поэтому она подойдет под любой комплект. Прекрасная наволочка, это бязь, я обожаю бязь. И у нас достаточно глубокий карман, смотрите, почти до середины, то есть подушка в процессе сна вылезать не будет. Вот где кончается.
Вот такой кармашек для подушечки. Представляете, как здорово. Не во всех наволочках такое встретишь, к сожалению. Расцветка классная, мне очень нравится. 68 рублей. Ну, конечно, одежда для Крестюшки. Васильке опять новиночки. Потрясающие новинки, потрясающие бодики со штанишками. Девчонки, это сказка какая-то. Штанишки, я так, у меня, значит, боди и штанишки на рост 74, штанишки 288 рублей, боди 315. Ну, вообще, цены сказочное, качество обалденное. У меня Крестюшка ходит только в вещах ванского трикотажа, в основном Василек. Ничего другого я не покупаю. Так, и футболка у меня в размере 80, 167 рублей. Вообще копейки. Так, открываем. Здесь у нас детские вещи, все в отдельном пакетике. И смотрим. У нас здесь штанишки и бодик. Комплект, девчонки, это кокосы. Это новиночки, бодики в различных расцветках. И штанишки к ним тоже, если вам нужны, да? Какая прелесть. Девчонки, очень мягкий материал. Мягкий безумно. Это у нас Бонит и Китс. Они очень хорошо шьют для деток. И очень бюджетно. Так. 74, белый кокос и 100% ХБ, но безумно мягко, хорошо тянется, то есть если у вас пухлячок, то все налезет, все тянется, да, длинный рукавчик, вот как обработана у нас с вами горловина изнутри и вот как снаружи, все очень деликатно, все просто потрясающе, плечики, как во всех бодиках, да, такие стандартные накидные и пуговички посерединке, обожаю такие вещи, девчонки, это вообще, это просто что-то, вот такая прелесть и к этой прелести штанишки. Вот они какие миленькие. Здесь резиночка. Резиночка пришита. Вертеться не будет. Она по низу двумя строчками пришита. Смотрите, какие они маленькие. Какая прелесть. Так, на 74 у нас тоже здесь уже этикеточка. Вот она, Бонит и Китс. Это все шьет. Внизу манжетки коричневые. Очень стильные кокосы. У меня, кстати, пеленка такая была муслиновая. Тоже из Василька кокосы. Надо ее найти. И вообще будет просто полный боекомплект кокосовый. Так, и футболочка. Вот она. 80 сантиметров, взяла с запасом, дома жарко, мы иногда вот просто в памперсе и в футболке гоняем. Вот такая милая, со слонятками. Она такого светло-сиреневого оттенка, и мальчику, и девочке подойдет. Оранжевая манжетка вверху, прошита идеально, тоже Бонита Китс, только ростовочка чуть побольше. Рукавчик подшит, ткань безумно мягкая, еще мягче, чем кокосы. Внизу тоже подшита. И здесь у нас вверху две пуговички, да? С пуговицами у меня тоже вот с такими заклепками из Василька вообще ничего не случается. Вот вообще ничего. Ни одна не отлетела, девчонки. Даже вот пожаловаться не могу, не на что. Потому что все прекрасно. Так что вот такая вот еще футболочка. И последний лот в этом заказе. Это простыня трикотажная на резинке. Размер 180 на 200. Меланж Суперстар. Это вот как раз что касается той наволочки. Да, только там белые звезды здесь черным обведены. Но у нас есть, я уже говорила, к этой простыне прям комплекте, который идеально подходит. 1091 в таком размере она стоит. 180 на 200 на 20. Миллион раз уже вам говорила, что трикотажная простынь – это идеальное решение для кровати, для дивана, для чего бы то ни было дома. Я не знаю, никогда больше не вернусь к обычным простыням, честно. Потому что это так удобно, ты ее натянул как следует, и все, и забыл. И ничего тебе с утра поправлять не надо, никуда она у тебя не уехала. После стирки она ведет себя изумительно. Сколько уже, больше года я пользуюсь именно трикотажными простынями, да? И я не могу ни к чему придраться. Все идеально. Они слегка подсаживаются после первой стирки, потом в процессе носки, хочется сказать. Ну, носки, да, они опять растягиваются, как бы все нормально вообще, все прекрасно. Красивая. Люблю запах нового постельного белья, прям фетиш мой. Так, вот как она выглядит, смотрите, какая классная расцветочка. Просто супер. Резинка здесь по всему периметру. То есть есть простыни, допустим, хб-шные, где она только на углах. Здесь нет. Здесь резинка по всему периметру. Она прекрасно тянется, прекрасно натягивается. Где шов есть у нас с вами по периметру? Он только с двух сторон. Вот он шов. Это у нас узкая сторона, 180, да, в данном случае. Где шва нет, другая сторона, это 200. Я так приловчилась уже, я это уже знаю, и я так запоминаю. Просто они великолепные, просто их обожаю. И сейчас круто тоже появились разные расцветки крутые. Если изначально они появлялись только однотонные, разных цветовых гаммах, да, то сейчас уже можно подобрать к любому комплекту белья, который у вас есть дома, как бы, и все будет отлично, все будет идеально. Ну а сейчас примерка. Сначала я померяю этот костюмчик, потом обязательно покажу вам на Жене. Блин, как круто.
Слушай, ну а почему себе не купить мужской вот такой костюм, как бы, да? Вполне себе. Смотрите, как классно плечи смотрятся. Здорово вообще капюшончик. Я считаю, что можно и себе такой купить. Че сразу мужской-то? Это Женя меня еще не слышит. Крутой костюм, вообще крутой. Длина толстовки супер. Попу прикрывает. Да? Вот, смотрите. Вообще супер. Кармашки большие, кругом. Ой, какой костюм классный. Слушайте, в следующий раз я закажу себе такой. Но может, другой расцветки, что мы с ним одинаковые-то будем ходить. А может, мне этот отдаст? У нас такое бывало. Так. Штанишки. Как смотрится. Как мне тепло сейчас, девчонки, вы не представляете. Такой начёс. О, прям тепло-тепло. Кофточка длинная, все отлично, вообще все супер. Мне очень нравится. Придет с работы, померяет. Надеюсь, ему понравится. Вы поняли уже про расцветочку, да? Какая она невероятно крутая. И мне нравится, как плечики прям сделаны. Они так смотрятся классно. Не во всех костюмах так смотрится. Рукавчик. Все, ну у нас с ним один размер сейчас. Будем меняться. Рукавчик, то есть у меня есть запас, ему будет все как раз, я думаю. Очень стильно, очень круто в таком костюмчике, допустим. И сейчас щеголять под курточку, да? Вообще супер. Так что смотрите, на 23 февраля и на 14 февраля подарить такой костюм своему мужчине, мне кажется, он будет пищать от удовольствия. Вот костюмчик на Жене. Классно, 54 размерчик сел. Ну-ка, повернись передом. Вот. Здорово. Смотрите, какой классный, стильный. Супер вообще. На этом все, мои хорошие. Вот такой интересный заказ на этот раз у меня был в любимом Васильке. Все ссылки оставляю, как всегда, под видео на Инстаграм. Василька, там куча новинок. На каждую вещь, если на момент выхода видео она будет в наличии, я обязательно тоже оставляю ссылки под видео в инфобоксе. Девчонки, сбоку есть такая стрелочка. С вот этой стороны у вас, наверное, или с вот этой. Справа, в общем, от вас. Стрелочка есть, на нее нажимаете, и там все ссылки. Просто часто пишут, где найти ту или иную вещь. Всегда ссылки оставляю в инфобоксе. Проходите, там много полезной информации. Если видео было вам полезно и интересно, обязательно ставьте лайк. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.